Этот лес далекий, дороги были плохие после дождя, но мы сюда пробрались, набрали разных рядовок, всяких грибов. Видимо, народу мало было, потому что чешуйчатки уцелели. Сейчас чешуйчатки, я заметила, пару лет их берут спокойно. Забирают чешуйчатки, остаются одни ножки. Иногда приходишь, снимешь эти чешуйчатки, уйдешь, через пару дней приедешь со своими подосиновиками, смотришь, срезанные валяются. Потом придешь через некоторое время к тому месту, там всегда подосиновики бывают. Смотришь, одни ножки остались, их кто-то уже и забрал. Ну, они не очень вкусные, но любителя, хотя можно хорошо и приготовить их. У них, когда их сваришь, они такие полупрозрачные, но плотные, как мармелад. Коричневатые такие, красивые. Потому что они не очень грибы знают, а я знаю. Вот у них пленочка. Вот у них такая вот пленочка, как у паутинника. Пластиночки вот такие вот. Хороши. Красиво растут. Это они уже большие. А маленькие они как шарики. Ну все, на этом. Надо выбираться из этого леса. А то еще далеко ехать. Дороги не очень хорошие.